Домашняя вкуснейшая арахисовая халва с добавлением какао. Стакан арахиса. Высыпаем емкость блендера, очищенный желательно. Щепоточку соли, чуть-чуть совсем на кончике ножа буквально. Сахарку или медку, лучше мед. Его можно после добавить, можно сразу. Измельчаем до выделения жира. Какао при желании можно добавлять или нет, пол чайной ложки буквально. Ну, так делаем, можно больше, там чайная ложка меда. И потом можно замесить в тесто или сразу. В общем, измельчаем арахис до состояния такого масляного масла, когда выделится. Потом придаем форму какую-то и употребляем, кушаем. Хранится в холодильнике, но лучше есть сразу, чтобы жиры не окислялись. Вот это полезные жиры более-менее. Арахис не так полезен, как другие орехи, но пойдет.